В Москве встретились глава республики Егор Борисов и министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Руководитель Минстроя страны отметил положительную динамику темпов строительства в Якутии, что особенно впечатляет на фоне их снижения в большинстве регионов. Также Мень высоко оценил активное участие региона в федеральных программах. Кроме того, в Якутии на 30% увеличился объем выдачи ипотечных продуктов, что также, как отметили, способствует решению жилищного вопроса населения. Но есть и ряд нерешенных вопросов, которые беспокоят жителей Якутии. Это расселение граждан из аварийного жилищного фонда, участие региона в реализации федеральных целевых программах по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения. Именно этим вопросам в основном было посвящено совещание, но особое внимание также уделили вопросу переселения граждан. Первый вопрос, конечно, это тема, которая по переселению из аварийного жилья, вопрос, который обсуждается сегодня у всех на устах, потому что программа в этом году завершается. И нас интересует судьба в будущем, как будет. Мы на это с поддержкой федерального министерства, фонда, мы вместе со своими деньгами зарасходуем более 30 миллиардов рублей. Это на его, очевидно, все это люди чувствуют и думают, что эта программа нам нужна и в дальнейшем. Поэтому министерство, в принципе, поддерживает эту идею. Но механизмы могут поменяться, но при этом эта программа со стороны министерства будет, насколько возможно, поддержана.